что это за невидаль? Вечера на хуторе близ Диканьки. Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Слава богу! Еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу. Еще мало народу всякого звания и сброду вымарало пальцы в чернилах. Дернула же охота и пасечника потащиться вслед за другими. Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, чтобы такое завернуть в нее. Слышала, слышала вещие мое все эти речи еще за месяц. То есть я говорю, что нашему брату-хуторянину высунуть нос из своего захолустья в большой свет. Батюшки мои! Это все равно, как случается, иногда зайдешь в покои великого пана. Все обступят тебя и начинают дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборванный мальчишка. Посмотреть дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет, и начнут со всех сторон притопывать ногами. Куда? Зачем пришел, мужик? Пошел! Я вам скажу, да что говорить, мне легче 2 раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже 5 лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался, не плачь, давай ответ, давай. У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано. Вы, может быть, и рассердитесь, что пасечник говорит вам запросто, как будто какую-нибудь свату, какую-нибудь своему или куму. У нас на хуторах водится издавна. Как только кончатся работы в поле, мужик залезает отдыхать на всю зиму на печь, и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб. Когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, тогда только вечер уже, наверное, где-нибудь в конце улицы брезжит огонек. Смех и песни слышатся издалека. Бренчит балалайка, а подчас и скрипка. Говор, шум. Это у нас вечерницы. Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы. Только нельзя сказать, чтобы совсем на балы. Если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку. А у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу. С веретеном, с гребнями. И сначала будто делом займутся. Веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону, но только нагрянут в хату парубки со скрипачом. Подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы, и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.